4000 единиц оборудования и 70 машин поступило в больницы и поликлиники области с начала года, объявленного в нашем регионе годом первичной медико-санитарной помощи. О том, как развивается это звено здравоохранения, говорили на совещании в правительстве. Капитально отремонтированы 3 лечебных учреждения, до Нового года будут готовы еще 3. А районы должны получить 17 передвижных ФАПов. 20 лет не летала, и вот снова работает санитарная авиация. 30 ее вылетов уже помогли 4 десяткам пациентов. А мобильный стоматологический комплекс для детей начнет ездить в те поселки, где пока нет зубных кабинетов. Сейчас мы вместе с вами работаем по ряду направлений, в том числе связаны с некой модернизацией, корректировкой системы оказания помощи, не только медицинской, а в целом системы функционирования здравоохранения региона. Большая, очень серьезная работа, которая требует работы с пинцетом и с лупой для того, чтобы учесть всю ситуацию, обстоятельства, условия, в которых мы сегодня работаем. Организационные основы для решения этих задач должны быть сформированы до конца года. Поликлиники продолжат модернизировать по федеральному проекту развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи.